Срочно завершить дела, пока не пробили куранты. Кажется, под этим лозунгом сейчас живут все. Еще по моде последних лет нарисовать карту желаний, поставить цели и подвести итоги. Оценивать минувший год будем в следующем выпуске. А в этом посмотрим, чем жил город на уходящей неделе. Глазами корреспондентов новосибирских новостей. Здравствуйте, сегодня в выпуске. С конвейера на маршрут. В Новосибирск прибыли первые автобусы из рекордной закупки. Где будет курсировать удобный транспорт и кто будет рулить? Новоселье откладывается. Жилье в Новосибирске дорожает вопреки прогнозам. Почему квадратный метр обходится в 3 средних зарплаты? Нажива на доброте. Мошенники и сомнительные фонды пытаются собрать больше накануне праздников. Как распознать обманщиков на улице и в интернете? Праздничный прескурант. Затраты на Новый год стали гораздо больше. Почем теперь каникулы на море, корпоративы в ресторанах и салат оливье? Целая сотня автобусов только что с конвейера пополнит городской автопарк до конца этого года. На днях уже пришли 22 новеньких «Вектора». Это преображенные ПАЗы, в которых от прародителей мало что осталось. Половина закупки – вместительные «Нефазы». Такого масштабного обновления не было уже давно. Неудивительно, что с покупкой автобусов город озаботился кадровым вопросом. Острого дефицита сейчас нет, но ведь кто-то должен сесть за руль новых машин. Александр Сульдин оценил удобство водительских сидений и зарплаты соискателей. Первые 22 автобуса из самой крупной за последнее время партии машин. «Вектор» – дальнейшее развитие легендарного пазика. Ниже ступеньки, шире проходы в салоне, большее расстояние между сидениями. Высоким пассажирам теперь можно не пригибаться, а сзади появилась накопительная низкопольная площадка. Подсветка приборов, современный руль, механическая пятиступенчатая коробка передач. По ощущениям, здесь теперь не как в автобусе, не как в старом пазике, а как в довольно современном и комфортабельном легковом автомобиле. Это достаточно надежная машина. Именно вот эта модель, она уже эксплуатируется перевозчиками на областных маршрутах. По 200-300 тысяч пробежали, никаких к ним претензий в технической части нет. Всего этих достаточно надежных машин будет полсотни, плюс еще сотня больших «Нефазов». Приобрели в рассрочку за 2,5 миллиарда рублей. Увидеть на городских маршрутах их можно будет уже в феврале. Водителей начали набирать. Надо получить вот такое количество, более 300 человек дополнительно. Этим сейчас предприятие занимается, объединенное предприятие. Ну, ладненько, все. Поехали потихонечку в путь. Владимир Лопатский, 43 года за рулем, несколько месяцев водит новый «Нефаз». Говорит, одно удовольствие. Тепло, сиденье комфортное, управление легкое и удобное. Главное, ничего не ломается. Больше сходов, меньше денег, потому что это ремонт, это уже мало оплачивается. Вот. А когда работаешь, стабильность, вот, регулярность, все. И по зарплате нормально. Зарплата, если не секрет. 55 выходит. Официальная информация от руководства предприятия. Заработная плата от 43 тысяч рублей. Плюс надбавки за классность и другие выплаты. Мы все-таки предприятие муниципальное. У нас полная социальная защищенность. У нас водитель, который работает на предприятии, может спокойно уйти в отпуск раз в год, получить свои отпускные. С покупкой новой техники стали восстанавливать старую сеть автопредприятий. С 1 декабря городские автобусы базируются и на бывшей 10-й пассажирской автобазе. Муниципальный автобус возвращает себе городские дороги. Значит, жители мегаполиса получат удобный, безопасный и надежный транспорт. Александр Сульдин, Евгений Макаров, «Новосибирская неделя». По темпам удорожания жилья Россия оказалась на 14-м месте в мировом рейтинге. В третьем квартале этого года цены на квартиры в нашей стране выросли почти на 15%. Как предполагают эксперты, подорожание замедлится в городах, где вводятся большие объемы жилья. Как раз к таким относится Новосибирск. Но почему-то предела все не видно. Михаил Якимов попытался выяснить, насколько выросли цены у нас и будет ли квадратный метр когда-нибудь дешеветь. Это планируется спальня. Вот здесь есть выход на лоджию.
Ну и рядом есть гардеробная комната. В квартире у Владимира ремонт. Надеется, что к весне все будет готово, и семья уже переедет в большую трешку в новостройке комфорт-класса. Купил год назад, успел вовремя. Сейчас такое жилье обошлось бы гораздо дороже. Пользовались программой господдержка. В принципе, сейчас во многих банках есть такая программа. Вот мы брали еще по ставке 5,95. Вот сейчас условия по господдержке поменялись. Снизили сумму до 3 миллионов. Вот, и ставка уже выше стала. Присматривает квартиру и студентка София. С покупкой помогут родители. Они тоже имеют право на льготную ипотеку. Воспользуются другой программой. У меня многодетная семья, и нам полагается как бы льготная ипотека под малый процент. Но это только на новостройки распространяется. Поэтому, ну вот, например, новостройка, вроде 2 миллиона 184 тысячи, конечно. Вот, на зарисовке не так далеко. Ну, буквально вот недавно она была... 1200, по-моему, меньше. Девушка поступила в университет и переехала в Новосибирск 2 года назад. С тех пор подыскивает квартиру, но пока от покупки воздерживается. Цена отталкивает. Заходим уже, цена выше и выше, поэтому решили, ну, пока что снимать. И до сих пор я как бы слежу за квартирами, и они все дороже и дороже становятся. То есть, если мы смотрели до этого однокомнатную квартиру, ну, то сейчас уже присматриваем студию, потому что она дешевле, но при этом она уже сейчас стоит как однокомнатная тогда. Проследить динамику изменения цены можно на многих сайтах по продаже недвижимости. Выбираем также район метро Зальцовской и квартиру во вторичке. Здесь, например, видно, что в течение всего года потихоньку цена росла как на разные предложения в этом микрорайоне, так и конкретно на эту квартиру. Например, за 2 месяца с момента, как она была выставлена, она подорожала на 40 тысяч. Еще интереснее ситуация с новостройками. Берем квартиру в практически готовом здании в том же районе и видим, что за полгода она выросла не на несколько десятков тысяч рублей, а сразу почти на 1,5 миллиона. Застройщики говорят, такая ситуация на рынке недвижимости сложилась в последние 1,5 года. Причин несколько. Например, из-за введения эскроу-счетов некоторые строительные компании закрылись, то есть предложение сократилось, а спрос остался прежним. С этого момента начался рост цен. А затем подорожали и стройматериалы, что снова сказалось на стоимости квадратного метра. Рынок вырос от 30 в некоторых ассортиментных позициях до 50%. Ну вот, допустим, одинакового конструктива дома в нашем исполнении, которые мы продавали 1,5 года назад квадратный метр по 65 тысяч рублей за квадратный метр, сейчас у нас продаются по 95 тысяч рублей за квадратный метр. Риэлторы отмечают, цены растут еще и потому, что все доступные квартиры новосибирцы уже раскупили, а объемы господдержки на покупку более дорогих уменьшились. Товарные остатки на конец 2020 года были существенно меньше, чем сейчас. И поэтому эффект от тех высоких цен заключается в том, что стройки не стали расхватывать, как горячие пирожки. Период экспозиции увеличивается. А когда дорогая квартира долго стоит на рынке, она попадает в статистику там ноября, декабря, февраля. То есть она много раз попала в статистику, и кажется, что цены растут. А вот снимать жилье до сих пор можно по прошлогодним расценкам. Одни специалисты говорят, стоимость аренды всегда растет с опозданием, другие уверены, из-за пандемии у многих людей доход стал меньше, и они возвращаются из арендного жилья к родителям. Или все-таки решаются на ипотеку, пока ставка и цена квартиры еще не стала совсем неподъемной. Михаил Якимов, Даниил Смирнов, «Новосибирская неделя». Накануне Нового года так хочется делать добро подчас совершенно незнакомым людям. Отсюда подарки для детских домов, щедрые взносы на операции детям, волонтерские поездки в собачьи приюты. Благотворителей под занавес года всегда становится больше, отмечают в фондах. А вместе с тем прибавляется и весьма сомнительных организаций, собирающих деньги якобы на благие нужды. Жертвователи, да и сами сборщики, волонтеры уверены, они выполняют благородную работу. И даже не подозревают, что эти взносы могут так и не дойти до тех, кому нужна помощь. Анастасия Горелова выяснила, на какие уловки могут идти лжеблаготворители и как их отличить от добросовестных фондов. Ящик для пожертвования в руках у подростка. 14-летний волонтер собирает деньги на лечение мальчика с ДЦП. С готовностью показывает документы от фонда. А где фонд находится? Он в Екатеринбурге. А, в Екатеринбурге. А просто написано, что в Красноярске. Я не знаю, я новый сотрудник, я много информации не знаю.
На что именно пойдут деньги и какая сумма необходима, волонтер не знает. В неопечатанном ящике за несколько часов накопилось около 1000 рублей. Желающих помогать под Новый год много. Волонтеры работают посменно. Крупные торговые центры, парки, оживленные перекрестки. Здесь проще всего наполнить прозрачные коробки. Пожертвования небольшие, но каждый верит, купюра дойдет до нуждающегося. В чем сомневаются руководители известных благотворительных организаций, Екатерина Кузнецова вспоминает. Под видом местного бюро Русфонда, которым она руководит, несколько лет назад собирали пожертвования похожие уличные волонтеры с коробками. В самом центре города тогда Екатерина призвала всех неравнодушных реагировать на лжеблаготворителей, фотографировать, брать контакты и расспрашивать. Вскоре обманщики исчезли. Нужно все-таки разбираться, кому ты жертвуешь, как ты жертвуешь. Не на бегу бросить эти 100 рублей, а действительно посмотреть. Если у фонда сайт, если там отчеты финансовые в том числе, кто руководитель, куда идут деньги. Несколько лет назад ведущие российские фонды объединились и подписали меморандум. После вышел закон. Теперь использовать переносные ящики-копилки могут только некоммерческие организации. И то, если сборы проходят в рамках конкретного проекта, например, ярмарки или выставки. А коммерческие организации пользуются только стационарными ящиками. Такие стоят в аптеках, поликлиниках, магазинах. У официальных фондов коробки должны быть опечатаны, пломбу скрывают в день акции, после перечисляют деньги на счет банка. Также терминалы оснащены современными технологиями. Вот, например, можно бесконтактно перейти на платежный виджет и перечислить нужную сумму для пожертвования. Все ближе к интернет-пользователям становятся и мошенники. Они научились копировать сайты благотворительных фондов. Мошенники дошли до того, что полностью скопировали сайт один в один, выложили действительно есть такой больной ребенок, действительно у него такой диагноз, они действительно скопировали все его данные, больничные все. При этом единственное, что поменяли в конце, это поставили свои реквизиты. Лжеблаготворители обосновались и в Инстаграме. Под постами знаменитостей просят деньги на лечение, причем в профиле указывают свои личные карты. Сборы на личную карту невозможно проконтролировать. А сколько пришло туда денег, сколько было потрачено именно на лекарства. Да? То есть да, родители собирают на личные карты, но фонды этого не делают. Потому что самое дорогое, что есть у фонда, это его имя. Именно поэтому официальные благотворительные организации тщательно проверяют всех, кто обращается к ним за поддержкой, и только после этого объявляют сбор. Чтобы жертвовать деньги без сомнений, лучше довериться тем фондам, что на слуху не первый год. Анастасия Горелова, Даниил Смирнов, Олег Королевец, Новосибирская неделя. Новогодний стол обойдется россиянам на 10, а то и 15% дороже, чем в прошлый декабрь. Экономисты на основе данных Росстата подсчитали, если у вас семья из 4-5 человек, а на столе будут традиционные блюда вроде салатов, бутербродов, запеченного мяса, плюс шампанское, конечно, то заплатить за такие посиделки придется примерно 11 500 рублей. Жутковато звучит статистика от портала Работа.ру. Кредит накануне Нового года готов взять каждый 10-й россиянин. Причем 36% именно на застолье. Анна Братушкина тоже начала подготовку к праздникам. Она узнала, почем сейчас Новый год у моря, корпоратив в ресторане и приготовила для нас салат оливье. Отметить Новый год под пальмами у моря в обнимку с мужем. О таком празднике мечтает Татьяна. Предпочитаю зимой морские курорты, потому что снега и так очень много. И плюс все-таки новогодние каникулы – это уникальная возможность отдохнуть 10 дней, и никто тебя по работе не будет беспокоить, потому что когда в другое время ездишь в отпуск, ты все равно удаленно работаешь, лично я. Поэтому для меня это 10 дней абсолютного спокойствия. Но цены – космос, сокрушается Татьяна. Даже тур к остывшему Средиземному морю на берегу Турции на двоих обойдется в 140 тысяч. Доминикана начинается примерно от 130 на человека. Вот. Но это будет Порто-Плата, это значит мы прилетели и еще там 7 часов едем на автобусе, это далеко, да, то, что рядом, соответственно, примерно там 180 на человека, 160. Вот, но это все включено с другой стороны. А Мальдивы, примерно там 400 на двоих и выше на Новый год. По цене путевки в холодную Турцию можно отметить корпоратив на 500 человек. Вот эти столы у нас выносятся,
и одна часть сюда сдвигается, и танцы проходят здесь. Группа восстанавливается с той стороны. Так в ресторанах готовятся к корпоративам обычно. Однако из-за ковидных ограничений многие даты до сих пор пустуют. Если раньше декабрь был, вторая половина его, это основной прирост за счет корпоративов, и его основная выручка была, да, там процентов на 80 состояла, это вот прям с 15 по 30 декабря. То сейчас как бы это все вот на равных уровнях, как с прошлыми месяцами. Домашний праздник обойдется дороже, чем год назад. Цены на новогоднюю корзину покупок по традиции выросли. Сказывается высокий спрос, таков закон рынка. Процент колеблется в пределах средней инфляционной ставки и чуть выше. То есть, по данным Центрального банка, инфляционная ставка у нас в размере 8% сегодня. Это официальная ставка, а есть реальная ставка, которая гораздо выше, она колеблется в районе 16%. И цена возрастает обязательно на реальную инфляцию. Ассортимент акционных товаров в разных торговых сетях не сильно отличаются, заявляют эксперты. Однако, если у вас есть время, можно пройтись по разным магазинам, сравнить цены и, возможно, сэкономить. Мы попробуем собрать набор для оливье в ближайшем к дому магазине. Для салата продавец посоветовала самую недорогую вареную колбасу за 140 рублей. Берем. Помимо колбасы для оливье по-русски понадобятся соленые огурцы, горошек, вареные яйца, картофель, морковь и заправка. Все эти продукты значительно подорожали с прошлого декабря. Картофель почти вдвое, морковь и майонез на 20%, колбаса на 9%. Традиционный русский оливье готов. Порция такого обойдется примерно в 250 рублей. А вот оливье по его настоящему рецепту обойдется в разы дороже. Там не докторская колбаса, а грудка цесарки и раковые шейки. А еще туда добавляют красную икру и свежемолотый белый перец. Анна Братушкина, Олег Крылевец, Алексей Андробаев и Денис Савинский. Новосибирская неделя. Эту неделю мы увидели такой, еще больше полезной и интересной информации на сайте «Новосибирские новости» и в наших социальных сетях. До встречи!